Столица Чувашии принимает гостей из более чем 30 городов и регионов. Сегодня в Чебоксарах состоялось общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья. А с утра участники собрания были на экскурсии по Чебоксарам. Малые архитектурные формы, парковка во дворе, организация вывоза мусора. Первым делом гости столицы ознакомились с комплексным развитием микрорайона Садовый. Кроме всего, у нас на первых вот этих, по этих улицах, двухуровневые парковки. Уже там уже построено, вот где мы по этой улице уже построено. Ход строительства жилья для переселения граждан из аварийных домов особо интересовал гостей. Мы давно знаем Чебоксары. Саранск, Чебоксары – соседи, а соседи – это всегда больше, чем кто-либо. Но Чебоксары всегда славились чем? Еще в советские времена – благоустроенностью, своей архитектурой. Всегда были некие изюминки в строительстве, да, и всегда Чебоксары ставились в пример по жилищному строительству. И вот сейчас мы смотрим и убеждаемся, что все-таки традиции живы, более того, они очень хорошо развиваются. Мало в каком городе сейчас России, это точно могу сказать, вот ведется такая комплексная застройка жилья. Но и что очень важно, здесь комплексно решаются вопросы вот какого характера. Везде проблема из проблем – это подводящие сети. Здесь нашли возможность решить эту проблему, выделяет регион значительные суммы. Это очень важно. И плюс участие федерального бюджета. У нас тоже это делается много, но не в таких объемах. Я считаю, вот это очень правильно, потому что инвестор идет, и за счет этого, за счет того, что регион помогает своими средствами в прокладке строительства сетей, удешевляется стоимость квадратного метра, что очень-очень важно. Но и вот это, конечно, вообще впечатляет. Я еще раз говорю, я в последнее время вот на моей памяти такого не видел. Есть чем учиться. Еще одной темой, интересовавшей членов Ассоциации городов Поволжья, стала социальная инфраструктура. Поэтому гости республики отправились в детский сад номер 203. Живой уголок, интерактивная доска, сенсорная комната и многое другое. В общем, в детском саду Непоседы созданы, пожалуй, все условия для развития детей. Нам очень приятно еще раз, в очередной раз приехать в город Чебоксары. Сегодня у нас будет совещание Ассоциации городов Поволжья, где будем вырабатывать единую политику строения вот тех задач, которые поставлены на повестке дня. Очень приятно, что вот мы посетили ваш новый микрорайон, что вы подходите, очень интересный опыт, что комплексно один хозяин построил жилищный фонд, все социальные объекты. И вот, допустим, вот этот очаровательный детский садик, да, который предприниматель построил, и администрация уже у него выкупила. Это очень такой положительный опыт, который, я думаю, что пригодится и в нашем регионе. Полигон твердых бытовых отходов, реконструкция проспекта Ивана Яковлева, подземный переход, детская и спортивная площадки в сквере журналистов. Все это также не обошли своим вниманием члены Ассоциации городов Поволжья. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.